Октябрь 1980 года. Посещает КНДР президент Африканского национального союза Зимбабве ЗАНУ, премьер-министр Республики Зимбабве Роберт Габриэль Мугабе в качестве первого официального зарубежного визита после провозглашения независимости страны. С величайшим уважением к руководителю КНДР он говорит, что у него нет другого лучшего друга, брата и союзника, чем президент Ким Ир Сен. Корея, притворяя в жизнь идею Чуче, добивается новой цели, которая не ставится ни в какой другой стране в мире.